Ребят, ну, на ночь глядя, нужно мальчикам что сделать правильно? Подсмазать. У меня вопрос, почему у врагов постоянно сейвы ебейшие? То Оракл, то Дазл, то Виверна. То есть там два ебейших сейв-героя, блядь. Это пиздец. Грейв плюс Колден Брейс, или как он там называется. Пиздец. Пообщаемся потесней. Ну я бы эту игру на Бристлбеке засолил. Вот честно вам скажу, там Сильвер некому купить, в принципе. Я думаю, Соляру было бы неплохо. Так, пацаны, ну я думаю, Бристлбек должен солить эту игру. Соляра — это бесполезная медалька. Так у нас Бристлбек пятерка, блять. Подожди, а кто у нас фармит, Бристлбек или Темпларка? Я фармлю. Просто у нас странный пик в этом плане. Да, Медуза, мид, я так и думал. Вот я и думаю, Бристлбек пятерка — это вообще пиздец. Это нормальная тема. Ну не сейф пятерка же, ну блин, я не знаю. Как тяжело на бетрайдере фармить, это пиздец. Брат, что по фарму там у тебя? Глянь, как подсмазал молодого. Молодого-то качественно подсмазал, согласны? Брат, ты всегда у меня будешь смазанным мальчиком тут. Стрей, я заберу сверху руну. Давай. Это мне и нужно было. Вот это мне нахуй и нужно. Смазать молодого, блять, потрогать его немножечко и сжечь нахуй. Гореть! И Виверна еще. Виверна сейф ТП сделала, если что. Сейчас попиздует пешком. То есть шейкер тут был не нужен. Он, по-моему, только экспу спиздил чуть-чуть, не? Я чуть-чуть спиздил, но тебя не было. Все нормально. Не, имею в виду за Медузу. Какая же токсичная чепуха вкидывает аудио помои. То ли делает... Гореть! Гореть! С хорошей акустикой. Удачи, старичок. 20 хп. Хорошо. Хорошечно. Фармка золотой. Отлично, пацаны. Медузу ебу просто как вафельницу комнатную. Ебать, как же я люблю смазывать. Боже, блять. Мальчик, иди сюда, я тебя еще раз смажу. Просто приди ко мне на мид, блять. Смазка готова. Папа здесь, блять. Сюда гореть, нахуй гореть! Верно, походу там дежурит в меди. И платят за это. Там нормально, там нормально. Мальчик смазан и верно живет. Все хорошо, все под контролем. Пешком пиздует сейчас Медуза снова. Хоть какой пойдешь со мной? Гореть! Гореть! Он думает, что ему помогут там какие-то стики, щиты, блядь. Гореть, я сказал, гореть. Так, там Медузка нормально. Кстати, счет 4-2, я как будто сам с собой играю, если вы понимаете, о чем я. То есть у меня, получается, на боковых лайнах пацаны вообще мирные. То есть я тупо сам с собой хуярю. 4 килла, 2 смерти. Счет 4-2. Опа. Братик, ну как бы ты сгорел, получается. Блять, мне интересно, сколько раз я его должен уебать, чтобы либо ко мне пришло 4 человека и стало в спину Медузе, либо чтобы он пошел лес бить. То есть сколько раз он должен сдохнуть, блять, чтобы понять, что как бы ему нихуя здесь не поможет. Против Бэтрайдера Медуза не стоит. Я вам говорю, как человек, который стоял Медузой против Бэтрайдера еще в прошлом патче. Пацаны, какая же мне была... Какая же мне была пизда, ребятки. То есть там хоть стики, хоть щит за макси, хоть что, блядь. Если ты ловишь 3 стака и тебя не сейвят телепортом, начиная с 4 левела, то тебе пиздец. То есть вот начиная с 4 левела, когда у бетрайдера в 2 масла, в 1 флеймбрейк и в 1 третий скилл, то все. То есть ты ловишь 3 стака, если ты стоишь не под башней в этот момент, если ты стоишь на своем хайграунде, ты ловишь 3 стака, ловишь банку и ты умер, все. Как бы я не могу идти гангать, потому что если я иду гангать, то Медузу я отпускаю, и Медуза фармит. А Медуза не должна фармить, в моем понимании, потому что иначе она нам пизды даст. То есть я максимум ебу Медузу, сколько могу. Я как хорошо, что сейчас лассо дамажит. Ну, типа, имею в виду, что момент, когда ты в лассо держишь, он дамажит. Хорошо, что он даже мне удар не смог сделать.
Я его подсмазал, у него разворот был замедленный, и он пытался меня ударить, потом передумал. Мне кажется, он утонет сейчас. Правильно? Вышку я отдаю, потому что я выйду туда. Что он один? Ух, ебучий, вонючий. Тут-то засад. Ух, ебать его, вот. Не, конечно, много. Мне пусть даст убьет лучше. У меня в миде четверо получается. Медуза, Сикер, Фармит, Виверна и Дазл. Да, нормально. Забирай волшебство. Окей, все. Бля, мне надо БКБ в этой игре, нет смысла делать. То есть тут линка нужна. Бля, как у меня пацаны въебывают лайны? Вот объясните мне, почему у меня в такой игре въебывается игра? То есть ко мне постоянно прилетала Виверна. У меня сейчас 4 в миде. Почему, блядь, низ спушен? Блять, счет 7-6, при том, что у меня 6-3, блять. У Медузы 0-6, блять. Медуза 0-6 стоит. Не, ну я такую игру обязан проебать. Я таких игр проебал десятки тысяч, понимаете? То есть, как бы, против такой Медузы, если я не проебу, то это не я буду. То есть, как бы, ну, Медуза, мне кажется, она максимально заслужила, блять, победу. Кто согласен, поставьте плюс в чат. Как вам вот Медуза? О, ебать. Не, брат, стану тебя, конечно, дырявый оказался. Как вам Медуза 0-7, например? 0-7 на 11-й минуте. Она может выиграть игру, как считаете? Я считаю, она обязана ее выиграть. Я вижу, мальчик хочет. Мальчик хочет с мазочкой. Бля, меня крипы заблочили, охуенно. Что, так вот, серьезно? Типа, ну, патрон в патроннике вообще не рабочий, да? В плане сбить ульту, это стоп-эфа. Ну, ладно. Ебать, 2 патрона дал. Вот, пожалуйста, дезолятор, блядь. Я вот представляю, что с ним ликан сделает. А он там... А, нет, там... Я замедлю. Стои отсюда, оборотень, нахуй! Упал, отжался, блядь! Блядь, простите. Трапу сбей. Придет, в принципе, можем что-то делать. Я понял. Чем занят парень, интересно? Вроде ж, блядь, в лобби играем, вроде все свои, блядь. Вообще пух. Ладно? А с 2 дизоля в команде, это не очень хорошо. Да ничего, нормально, можно, я сейчас тоже дизоль соберу, блядь. Будет 3. Снайпер молнию пусть сделает тогда. Будет 3. О! Да не, мы это не выиграем, я уже вижу. То есть Медуза 0-7 фармит лес. И она выйдет, всех убьет. Заскриншотьте, пожалуйста. ТП на базу надо делать или умер? Блять. Сука, ору. ТП-ха на базу, снайпер, как вариант. Да я уйду. Ну давай тогда уходи. Шел на базу, в принципе. Да я уйду, ебать. Не, ну нормально. Нет, тут луз, пацаны, при всем уважении. Он не успел, он не успел, у него ТП в КД, он не успел. Да, да. Я же специально трапу нажал. Фиссуру надо. Повезло, что я бы трапил. Подтяну. Блинком уже. Подтяну за базар, дуру, блядь. Понимаете, вот тупо спросил нахуй Сикера, фиксируйте, блядь. Подтянул нахуй. Снайпер, нахуя ты умираешь? Тебе вообще нужно фармить просто, блядь, и стоять сзади. Не умирай. Если ты будешь умирать, мы точно проебем, блядь. Мы это точно проебем, я вам уже давно сказал. То есть, смотрите, сейчас Медуза выйдет, всех убьет Медуза. Взорви трапу, пожалуйста, как Медуза на нее станет. То есть в эту игру выиграет Медуза, без шуток. Я просто таких игр, я вам говорю, я таких игр сыграл, если не сотни, ну тысячу, наверное. И вот я не понимаю, почему в Доте именно так всегда давайте происходит. Выведем. То есть настолько хуёво лайны отстояли, что нас просто ебашат без Медузы. Нас без Медузы хуярят, она даже не участвует в драке, блядь. Сука. Ну ладно. Ладно, покинуть корабль, как говорится. Пойду я пофармлю где-нибудь. Там не с кем просто драться, они ничего не делают. Блять, снайпер какой-то хуёвый, это просто... Нормально, нормально. Снайпер, стреляй по Виверне. Снайпер, всё. Я твой рот ебал. Нахуя я тебя саппортил? К вам Люкан бежит вниз.
Бьем, убьем. Убьешь, я умер. То есть видите, сколько надо хуярить времени темпларке, чтобы убить вообще. Надо в мел сесть и сидеть. Ну, нет. Тут без шансов. Да, есть такое, пацаны, бега. Ну а что делать? С такими снайперами, блядь. Да не, надо было просто, чтобы снайпер внизу играл. С такими, у него еще, блядь, на аватарке прицел, блядь. Это, сука, в крови снайпер. Это тупо снайпер в крови, блядь. Сука. Так, ну что, блинк делаем? Сначала букума набраться и блинк заебашить. Да, там, блин, я дезер купил, но это молнии, по-моему, купил. Ты и бристлбэк хуйни понасобирал. То есть, типа, блядь, здесь бристлбэком можно в соло выиграть. Вот реально здесь соло бристлбэк выигрывает катку. Просто, типа, темпларку отправляешь нахуй. Я бы не дал на бристлбэке темпларке. Да, вот на снайпере просто. Даже здесь не рассчитал. Да, пацаны, перестаньте вы его гнобить. Ну, бывает, блядь, ну, у пацана там это руки трясутся. Ну, но... разволновался. Не душите сильно, мы ж как бы это... Просто в дотку играем, как бы это. Все нормально. Снайпер, ты не кипишуй, соберись, брат. Мы за тебя, а мы команда. У меня... Бля... Что? Так. Что, брат, у тебя? Что случилось? Будешь брать на это? Куку нажал. Можно попробовать купить. Нет, уже верно настоит. Шо? Вижу, надо снять в лесу. Блять. Снайпер, все нормально, брат. Блять, кончи. Верно тут, верно тут. У меня КД лассо. Попробуй верно прыгнуть убить. Там дазл, просто видишь, там два хиллера. То есть прыгаешь на виверну, дазл грейв даст. Прыгнешь на дазла, блять, виверна засейвит. Тут надо было, чтобы бристлбэк фармил. Просто я бы на бристле эту игру в соло разъебал, вот без шуток. Просто без шансов, учитывая, что там нет сильверов, это просто солевая игра для меня. Блять, не могу пропить его. Шана бьют. Будем дефать. Да надо попробовать. Варды скрип. Не нужно на них идти. Темпларка не нужно. Аккуратно. У меня 10 секунд до. Все, отпалили. Очевидно. Тани на очке немного. Голема. Захуярить надо. У нас хаслаймами типа появится. Привет. Бери лохану. Ебать. Крипы им ебут сейчас, блядь. Закачали два волка и голем бедный, а, блядь. Тебя видно, там сикер тебя видит. Нормально, нормально, сикер все видит. Блядь, он и меня видит. Брат, не-не-не, крови сегодня не будет. Иди сюда теперь, молодой, ебать. Ну хуярь его на темпларке, я ж его увожу от виверны, чтобы виверна не засейвила. Ебаный сыр, блядь. Кто не виверна? А снайпер где наш? Давай. Ебать, напихивает. Хорошо-то как, боже, блядь. Хуярь. За мной не беги, на лужайке попасись, блять. Там снайпер пизды получил, я надеюсь. Снайпер умер. Ну, блять, рано или поздно любой снайпер умирает. Блять. Нормально, в принципе, подрались. Да не, подрались мы вообще охуенно. Я охуевший вообще. Не, ну из темпларка. После линки ебаш доедалус на темпларке. И может шанс какой будет.
Попробуй Рошана уебать. Соло. Рошана, пошли попробуем, но мне кажется, мы не успеем. Не, ну если еще дольше дрочить, то точно не успеем. Забирай его. Ты возьмешь ярко? Бери ты. Я пошел отвлекать. Волкин. И бэкнуть надо. Все, я бэк. Вот сюда есть плюс? Но он ушел. Не факт. Медуза, медуза, медузочка. Скинул шмотку. Взять это колечко на оранжу, вот фоточки дать. Угу. Да, можно. Попробовать попушить, в принципе, соег. Угу. Хорошо. Пока у нас Аегис, можно что-то сделать. Я бы сказал, нужно что-то сделать. Тит, прожмем его где-нибудь. Медузу мы точно не убьем за лосо, я даже не вижу смысла это делать. Типа ее и подсейвят, и она всех разъебет. Там у Дазла как у снайпера, кстати. ШБ Кристаллис. ШБ Дизон, ну да. Нужно там кого-то одного выцепить, и тогда можно что-то делать. Если 5-5, маловероятно. Да. А кого? А кого одного выцепить, если там Виверна и Дазл? То есть, типа, ну они ж в любом случае подсейвят. В любом случае подсейвят. Мне кажется, они в смоке сейчас кого-то. Еще они снизу, они снизу. Вон псы снизу, они стопудово снизу. Вот тут да, вот парень показал. Есть. Принимать. Принимать, блядь. Книгу возьмите. Ух, ебать, не пойду, они все на миде, оказывается. Снизу это сплитпуша. Сплитпуша тупо. Мне кажется, просто спуют в Аегис жить. Ну, понятное дело, они не то что сыкуют, они нас могут и с Аегисом отпиздить, но они просто сыкуют. Там фарм чел 0.7 снизу. На медузе с мида вышел. Конечно, он сыкует, блядь. Он пока 6 слотов не купит, он никуда не пойдет. Надо заканчивать. Вот эта шмотка возьму пока. Армор мне нужен просто. Там много дэмэджа с руки, пиздец. Это медуза и волки, и сикеры. Вся вот эта вот чепуха. Байбек нахуй оставлять не буду. Делаем. Напасть на дазу, ладно. Так, хорошо. Пам-парам-пара-па-пара-пам. И попушим, что ли, не. Пойдемте что-то сделаем. Ну, мы реализуем, мы все сдохнем, и нас снесут. Вот такая будет реализация. Опа. Что там такая терпильная игра, пацаны, на врагах? Вы там это... Вы здесь? О, блядь.
Ебать, уходите, там оборотень превоплотился, блять, там дазл, автошибе, блять. Ебать его, там... Ох, ебусь. Какое нам пизда, я просто представляю вот этого деда в пизделке в такой, блять. Там тупо, блять, пенсия улетит нахуй. Понял. Дальше хранить. Не, ну, было понятно, что когда чел на снайпере дизоль делает с харды, это понятно, что какая-то хуйня. Типа, ну, когда вы вообще видели на снайпере дизоль? На снайпере дизоль ну, можно сделать, когда он у тебя на 9-й минуте, нахуй. Вот тогда его можно сделать, блядь. Шо, будем? Вот, мальчики. Ну, стрелять, стрелять. Хорош. Да-да-да, стрелять. Меня пиздят. Да если нахуй тебя пиздят, брат. Куда ты, брат? Ты шо? Беги. Глупец. Нам тупо нечем драться. Вот, идет медуза, блядь. Посмотрите на слоты чела, у которого 0.6 с мида. А теперь посмотрите на слоты... Ладно, снайпер не лучший пример, там 3.8. Ну, слоты темпларки, которые всю игру фармила. Драться будем, я могу выбэкнуть. Ну, блядь, я не знаю. Ну, можно, можно попиздиться, можно. А хули нет. Шейкер сдох, кстати, без ульта. Ну, в смысле, без ульта он ульт не нажимал. Ебать он нахуй... А ну отъебались от меня. Гореть! Гореть! Кто-то сгорел, да? Пса спалил. Хорош. Где снайпер? А, умер уже. Ёбаный сыр. Он еще на снайпере сильвер сделал. А сильвер против чего? Что он вырубает, кстати? Монитор себе, когда стреляют, у него монитор выключается от сильвера? Или для чего ему конкретно в этой ситуации сильвер был нужен? Ебать, он вообще пиздец, не щадят нихуя. Нормально, нормально, да, можем попушить. Да, очень этого. Странный снайпер, я хуй знает. Ничего, снайпер, ты тут, брат? А то я тебя не слышу, ты здесь? Да тут. Брат, все нормально, все хорошо? Все нормально, ты не переживай, блядь, на релаксе. Да какое нахуй нормально? А что не так? Блять, на табуретке можно было бы лучше сыграть, мне кажется. Пугайся ты на него. Достаточно бука меня все провоцирует, наверное. Блять, там это, Дейдалус на медузе. Пиздец. А где мом, кстати? Вы мом не видели для ускорения уверенности в драке? Блять, он нахуй... Лесник? Это лесничий? Блять, волки напали! А он и так безумен, нахуя ему... Бей влево, брат, влево. Ой, блядь, я ебу, блядь. Я себе его оставлю. Да оставляй себе, брат. Саша.
снайпер, уходи. Я ухожу. Блять, я не могу смеяться, мне хуёво. У меня еще аллергия, у меня заложена грудная клетка, блять. Это пиздец. Если на стриме у Олега есть девушки, найдитесь. Детерша, еще и стрим острее смотрят. Это моя мечта. Возьму в жены, не раздумывая. Не рафлю. Не видел, что они там ходят. Спасибо и огромное помню, за 200 рублей, Александр. Драка. Спасибо. Да, последняя драка. Блять. Вы готовы, пацаны, к заварушке? Ничего, нормально. Право 5, верно. Везу, пацанва. Блять, нахуй, блять, такие ласты игры, ты что делаешь, дура, блять? А где снайпер? Не видели снайпера? Бля, он где-то сдох. А он стоит? Не, ну я б на месте медузы. Я, в принципе, жив. Я б вообще никогда в жизни не выебывался и не ставил паузы. Снайпер лучше просто брать. Ну не, нормально, пацаны, нормально поиграли. Мне кажется, смотрите, если бы у нас... Ух, ебать, у меня 15 фрагов. Если бы у нас, короче, тройкой был Бристлбэк, и он бы собирался по моему билду через аганимы и всякую хуйню, тут там Бристл... не дал снайпер, он наверх поставил. Я понимаю, просто я говорю, что тогда бы... Тут вообще солевая игра для Бристлбэка. Да, понятное дело. У меня еще, блядь, эти герои выпали, минеры, два говна получается. Ну что, нормально, так спасибо так. За игру, пацаны. Бля! Как же я предсказал, что это лут, блядь. Вот реально, я когда увидел медузу 5 левела со счетом 0.7, у меня сразу флешбеки с моих предыдущих игр похожих. То есть такие игры всегда почему-то проебываются, и это магия какая-то. Спасибо за игру, ребят, не расстраивайтесь. Нормально. Блядь, вот я посмеялся, теперь я кашлять буду час. Блядь, нельзя так смеяться. Нахуй ты это делал, снайпер, блядь.